виду. Hello, coach, I'm here. Ромбик, ромбик сначала, ромбик показываем. Ромбик сначала. В этот раз внизу, да, мяч? А? Теперь уже внизу мяч. Вот мяч, мы делаем движение, да, вверх. Ага. А локоть как здесь? Вверх идет. Сначала ромбик, все время. Подброс, ромбик, подброс, ромбик. Раньше только, раньше ромбик. Хорошо. Есть попадайте всей. А, это не надо. Давайте оброшу. Всей ладонью попадайте, не основанием. Коль, вас там. Да. Всей ладонью стараемся попасть. Ближе к себе свет мяч. Ромбик, где у нас? Что, лицевой? Крест. Все, спасибо. Так, вы забываете про... Не надо делать, еще раз, не надо делать свой замах, который вы привыкли делать. Ромбик поставили. Да, не надо вот это делать. Вот, поставили, сделали движение. Поставили, сделали. Подойдите к мячу. Спиной теперь. Ромбик, ромбик, ромбик делаем. Локоть выше нужно, Алина. На ромбике поставь ты локоть, опускаешь вот сюда. Ты делаешь вот этот замах. Делай ромбик. Ровный. Вот, молодец. И колени. Ромбик, где Света? Вот, хорошо, только не пристаем на носки. Локоть сразу отведи, не надо руку тянуть к мячу. Локоть отводите сразу. Сразу ромбик ставим, сразу ромбик. Вот, вот и все. Сразу ромбик. Вот, молодцы. Все получается, когда вы делаете правильные вещи. Молодцы. Через мяч, вверх движение, не вперед. Вот, хорошо. Хорошо. Так, запомнили? Все, все, хорошо. Когда делаете правильные вещи, все оно начинает сразу получаться. Когда начинаете локоть опустили, все, все, полная беда. Все, молодцы. Хорошо поработали. Значит, домашнее задание, во-первых, ромбик научиться ставить как можно быстрее. Это реально важно. Да, чтобы ногами приходили и ставили ромбик. Пока мяч берите через сетку, броски и обработали.